говорит, я рада, рада, дай сказать. Да все отлично. Парень смущен от внимания, но как по-другому провести последние минуты перед долгим расставанием? Ближайший год Роман Терехов проведет в армии вдали от дома. Он, как и другие солдаты, здесь призваны в пограничные войска. И сегодня отправляются на Дальний Восток, в Забайкальский край. В принципе, позитивно, уже готов, настроился. То есть полной боевой готовности к службе уже в наших войсках. Каждое слово родителя, считаю, ну, помогает нам в том, чтобы вселить нас как бы больше надежды там и облегчить нашу службу. Выходные на железнодорожном вокзале в Барнауле провожали новобранцев пограничные войска ФСБ. Молодые люди, призванные этой осенью, уже отправляются на места службы. В этом году мы уже отправили первую партию в пограничное управление по Забайкальскому краю, где они сейчас проходят подготовку специализированных центров. Каждый из призывников, которые здесь находятся, прошли морально-психологический фильтр, были отобраны по физическим показателям для того, чтобы успешно выполнять поставленные перед пограничной службой задачи. Наша граница будет укрепляться, будет больше застав пограничных по всему периметру России. И граница будет укреплена. Ребята такие, боевой настрой у них, уверенность есть в них. Молодцы. Среди провожающих были не только родственники, но и друзья новобранцев, и даже те, кто уже отслужил и находится в запасе. Поделиться опытом и пожелать удачи. В ближайший год удачи парням понадобится, впрочем, как и дисциплина и бдительность. Уже через 4 дня пути для новобранцев начнется армейская служба. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.